Здравствуйте. В этот раз я обозреваю книгу Иоганна Вольфганга «Гёте Фауст». Начну я весь этот обзор со слов Пастернака, автора этой книги. Создатель Фауста Иоганн Вольфганг Гёте 1749-1832 года прожил на свете 82 года, наполненных неустанной и разнообразной деятельностью. Поэт, драматург, романист – Гёте был также неплохим художником и весьма серьезным ученым-естествоиспытателем. Широта умственного кругозора Гёте была необыкновенной. Не было такого жизненного явления, которое не привлекало бы его. Глаз художника улавливал мельчайшие детали явлений природы и быта. Тонкая чувствительная душа остро реагировала на все происходящее вокруг. Пытливая мысль искала объяснение закономерной жизни. Именно такой поэт и мог создать Фауста, произведение, полное высочайшей жизненной значительности. От себя насчет этой книги я хочу добавить, что это произведение, которое показывает, как человек не должен рассчитывать на что-либо другое, на какую-либо помощь, когда он пытается чего-либо добиться. Всего он должен добиваться сам и рассчитывать только на себя. Я очень советую почитать эту книгу. Это правда хорошее произведение. Спасибо.